Привычная планировка сквера на площади Горького сохранилась. Это объект культурного наследия. Да и горожане во время обсуждений просили сохранить его привычный вид. Предложения учли, но внесли небольшие изменения. Теперь здесь еще больше зелени и цветов. Привели его в порядок, уложили новую брусчатку тротуарную, сделали пандусы для людей с ограниченными возможностями. Поставили новые малые архитектурные формы, лавочки, урны, заменили полностью освещение, в том числе реализовали там проект «Чистое небо», то есть там нет проводов. Горожане и гости города уже оценили не только обновленный сквер, но и изменения на самой площади, где были отреставрированы выходящие на нее фасады зданий. Нам очень понравилось, очень красивый сквер. Мы приехали из Саранска специально посмотреть. Приятно, конечно, ходить ногами, были ямы, тут ужасно. Сейчас дети можно на самокатах покататься и побегать очень удобно. Красиво то, что провода убрали очень. Это приятно. Здания все отреставрированы. Приятно глазу смотреть. Глава города напомнил, что сквер для благоустройства выбрали сами горожане по проекту «Вам решать». Следующим летом работа проекта продолжится. В этом году акценты немного сместились больше на дворовые территории, внутриквартальные дороги, дороги в частном секторе. Небольшие такие объекты, которые жители считают необходимым благоустроить. Мария Бурова, «Время новостей».